Музыкально-познавательная программа «Алтыбакан» готовит специальный выпуск, посвященный Дню Дамбры. Уже в эту субботу на телеканале «Хабар» в 6 часов вечера зрителям расскажут о традициях и легендах, связанных с этим древним инструментом. Старинные песни «Степей», «Кюи» и «Терме» прозвучат совершенно по-новому. Гостей программы, посвященной Дню Дамбры, гостьей стала народная артистка Макпал Жунусова.